Всем привет, хорошего настроения. Здравствуйте, дорогие единомышленники. Привет всем зрителям нашего канала. Вот такую короткую зарисовочку хочу сделать. Был у меня замечательный телевизор с хорошей диагональю, неплохо показывал, но произошла беда. Упал вот сюда, упала, вернее, дверь от шкафа и разбила нафиг матрицу. О, как секануло, посмотрите. Вот такие красивые трещины пошли. И вот так вот это все теперь выглядит. Ну, вы знаете, насколько живучая техника. Подсветка работает, как мы видим, в эту щель. Тут пробило вообще прям до основания. Вау. А он показывает той частью экрана, которая уцелела. То есть примерно 2/3 экрана функциональный. Вот так выглядит погибший телевизор, матрицу которому искать бесполезно и бессмысленно. Зато при помощи видеомагнитофона Sony на нем можно в извращенном виде смотреть фильм. Ну, привет, откуда летишь? Ну и телепередачи, конечно, тоже. Первый раз в Нью-Йорке? Вот такой вот аппаратище. Использую его для экспериментов. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Сын какой-то с Лунгреном, по-моему. Как он называется? Ну-ка. Миньон. Ну, знаю, из кассет, подаренных Витьком «Красным восходом». И все такое дерьмо. Ну, что за движение, мать его? Видак еще вполне такой рабочий. Нравится? Ну-ка, перемоточку. Мотает. Нью-Йорк, понятно. А пауза. Ну, смотрите, паузу такую вполне приличную держит. Вот такое вот, друзья, печальное событие. Телевизору теперь место, конечно, только на помоечке. Ну, последнее его издыхание. А что это за красный цвет у него?